Вчера с мужем всю ночь в казино просидели. С его корешками, банкирами. Хорошо поддали, начали с шампанского, кончили портвейном с тоником. Домой приехали уже под утро, ровно в полдень. Только спать прилегли, муж заявляет: «Все, мать, помираю». Я говорю: «Ты что, Жора, оборзел в натуре? Ни в коем случае не помирай, мне же на похороны надеть нечего. У меня ни одного нового траурного платья нет». «Че, плохо тебе? А ты думаешь, мне хорошо? Не мог зимой помереть? Я в норковой шубе как хорошо смотрелась». «Жора, ну что ты стонешь? Мне же еще траурную прическу сделать надо. Ну, шутка сказать, муж первый раз в жизни помер, а я как лохудра стоять буду, да? Ты что, хочешь испортить жене праздник?» «Жора, ну не стони, ну ладно, ладно, я тебе все сделаю по высшему разряду. Жора, тебе какую музыку на похоронах заказать? Че, из фильма «Титаник»?» «Ну ты сказанул, ты ж не утоп. Давай лучше оркестр пригласим, артистов, пусть они тебе споют по-народному. Так будьте здоровы, живите богато. Жор, а после твоих похорон мне сколько в трауре быть? Полчаса хватит?» «Жор, ну ты не волнуйся, я тебе все сделаю по высшему разряду. Гроб тебе металлический закажу, чтоб тебе твои эти корешки не достали, пули непробиваемые. Ага, чтобы с земли тебя не достали, Жора. Ну не волнуйся, это, мобильник с собой возьмешь, до места доберешься, позвони, чтобы я не волновалась. Ну, миллион баксов тебе в гроб положу. Ну не хватит, займешь там у кого-нибудь». «Жор, слушай, а кому же все твои бабки достанутся? Кому? Японской матери? Хакамаде, что ли?» «Жор, ну хорошо, хорошо, ладно. Но я тебе памятник сделаю из мрамора в виде руки с двумя оттопыренными пальцами. Ну будешь лежать под твоим любимым деревом, под пальмой. На пальме будут птички петь. Че, не хочешь птичек? Ну пусть Таня Буланова поет, он так поет, что мертвого поднимет. Ну и все, пошла к похоронам готовиться. Возвращаюсь, смотрю, Жора стоит на кухне, пиво дует, а? Ну не козел, я уже венки заказала. С надписями по фене, гадом буду, не забуду Жору под лица. Я говорю: «Жора, я уже весь город обзвонила, сказала, что ты от нас ушел». Он говорит: «Теперь позвони, скажи, что я вернулся». Я говорю: «Жора, на вас, новых русских, ни в чем положиться нельзя. Ни в жизни, ни в смерти».